Ну понятно, понятно. Кто этот парень? Да. Это птица? Это самолет? Запускай петушков. Это еще одно интересное выражение. Вот еще один человек был. Первый вопрос, за кого играть? Вот. Давай, давай, Биберн сейчас распределит все. Так, погодите, так не договаривались. Ты думал, в сказку попал, что ли? Более того, ты несешь ответственность за наше поражение, которое случится минуты через три. Смотри, сейчас Shadowburn ультит, Анна ему нано-буст дает и топ-кем чебурек. Да, и это просто ваншоты по хилым персонажам моментально от Shadowburn под ультой. Вот, все, подлетает, врубает ульт, сразу же получает от Анны баф. Причем идет, просто разносит в клочья танка, сразу дабл еще делает. А, красавец. В общем, что, давайте сразу минутка рекламной интеграции. Ну как минутка? Неделька. Ну конечно, неделька ведь. Ну у них Ханза не попадает. А я попадаю. Нормально, минус два. Да? Да. Неплохо, неплохо. Снайпер наверх. Ой, я пойду ее убью. Не, пол хп. Сейчас докоплю ультимейт, зайдем. О, блин, в меня шмаляет кто-то из снайперки. О, черт, я сгорю, мне нужна аптечка. Аптечка! Она была так близко. Полетел трайхард. Красиво. О, черт, фак, я хотел с собой утянуть и промазал. До свидули. Ай, что ты, блин. Я думал, перила мне помогут. Что? Откуда? Я только с точки вышел и тут же умер. Ханза. Ни хрена, он через пол карты прохерачил. Пора выдвигать свой слот в Лигу Overwatch. Ну так, а на то и был расчет. Мы просто абсолютно уверены, что если мы поиграем с Бёрном недельку, то мы сможем претендовать на какие-то места в Лиге уже. Или он спустится до нашего уровня. Противников нет танков, то они просто... А, понятно, они поэтому просто стоят. Опа, да как же она меня слипает-то все время через защиту-то? Да. Хорошо, хорошо. А мне говорили, ты не тибэгаешь, ты решил своих, да, значит? Я противников не тибэгаю. Я понял. Людям в чате очень понравился этот жест, они пишут, что наконец-то ты вступил в Тиградотряд. Так что видно. Блин, я как раз вот этого ульта не понял, ты вообще много? Тиград-дракон. Наша школа. А Райхард сейчас, по-моему, тоже просадил ульт, ТТТ который. В никуда вообще улетела змея, и что-то сейчас не очень хорошо сыграли красные. Даже ульт уже рассеялся от Люцио, они без защиты. Забрали всего одного, Заря ультанула в никуда красная, потому что некому реализовывать этот ульт. Да, не вошло никакого дамага, по-моему, сейчас очень разрозненно сыграли, и синие заслуженно забирают победу в этом раунде. Концовка была очень скомканная, видимо, ребята просто уже отчаялись, потому что не хватает времени, начали пускать по готовности все ульты, которые у них были, и получилось очень разрозненно и очень неэффективно. Фуф, выговорился. Пишешь, что в Денчике умер Гусев и Уткин. Да, к сожалению, это так. Ох. Все птицы в тебе умерли, Денис, что ты с ними делаешь, и Гусев, и Уткин? А Соловьев умер в Денисе, подскажите. Так, это карта нарисована, я могу ее быстренько изучить. Так, если отсюда идем, потом... Ладно, неважно, на месте разберемся. Так, Тау Рипера делает что? Damage all nearby enemies. Да, сойдет. Это было позорно. Погоди, я хочу посмотреть это на стриме. Не надо. Пожалуйста, не надо. Так, а у свинота какая ульта, Денис, быстро? Он дробовиком быстро-быстро херачит, отбрасывая всех, кто рядом. Понятно. Нужна толпа. Блин, как я тут... Я нажал ульту за секунду до того, как умер в итоге. Опа! Вон, вижу врага, стою в него столбом! Не стой столбом!
Собственно, да, у нас стрим называется «Чему мы научились у ПРО?». И я думаю, что, подытожив это, можно сразу сказать, что мы научились стоять столбом. Так, я не даю тут кому-то выйти откуда-то. Пошел он в жопу, Макри. Ты его бухнул прям на нас. Ну, сработало же. Да, он нас всех убил. Сработало. Я хочу попасть по кому-нибудь, господи. Ну, это мы выигрываем, кстати. Я тебя подлечу. Все, фу, затащил. Это MVP. Это MVP. Это не MVP. Филантроп, бизнесмен, Рейнхард Мейнер. Да ну, блин, ну сейчас же я клево сделал все. Ну, типа, я прям уронил двоих. Все сделал хорошо. Это просто потому, что у тебя рейтинг 4500, я уверен. Он знает. Ну ладно, да, ты действительно всех убил. Е-е-е-ей! А ну-ка. Ну это вот последний прям сейчас. Вот здесь вот. Мне Анна бустанула, и я 4 убил. И сейчас трейсер еще. Оп. Леонид полезный. Апперкот! А, мне нужно убежать! Нет, свинка! То есть, я думаю, если вот Overwatch League делилась на 4 стадии, Я попробовал. Да, я попробовал просто. Мне хотелось понять, насколько это сработает, и нет. Ни насколько. У них тот же самый пул. У них мой бы это просто. Я ее убил. Почему ты ее убил? Я не понимаю, я же ее притянул. Я решил помолчать. Вот тут. Опа. Отлично, Мэй. Мэй, дай пить не Мэй. Мэй отлично все сделал. Ты бы... У меня лучший момент матча был вообще. Да ты чё? Да. Тоже за Турбьерна поди? Нет, за Рейнхарда. А почему тоже за Турбьерна? Стоял столбом за Турбьерна. Да, я стоял столбом. Это тебе типикал вообще. Спорим, я мертвый буду во время этого? Нет, смотри-ка, ты не мертвый. Вот это как калькулейтед хедшоты мои, видите, да? Оп, видали? Ну, ребят, это успех. Говоришь, что Берн вчера Леню тибэгал, это так? Ну-ка, признавайся. Говорю, плохо влияем. Там было за что просто. А, понятно. Заслуженный тибэг. Как там, Россия или как это было сказано? Заслуженный тибэг России. Так, я Скип, ты можешь где-нибудь справа сверху спрятаться, эти ультимейт дамы, ты свой прожмешь. Мы можем. Сверху справа. Сверху справа. Я иду наверх. Да, спрячься за коробочкой где-нибудь. Пусть они подойдут. Ты можешь идти сейчас. Можешь вырубать ультимейт. Так, по-моему, я на танке фокусирую, огонь это неправильно. Ох, как хорошо мы сработали. Ребят, вы видали тимплей? В первую очередь хиллеров надо убивать. Вот это, ребят, называется тимплей, только он бы мог сработать получше, если бы я не был кириворуким нубасом. Что-то я не заметил, как он покрылся корочкой, мой щит. Он просто взял и пропал. Корочкой покрылся. Но он такими этими рубцами покрывается. Я не вспомнил слово трещины, я вспомнил слово корочки, поэтому я использовал его. Тут с нами просто как бы человек, который еще новый, но слушай, я сейчас просто дико сдерживаюсь, чтобы про анус не пошутить. Который покрывается корочками и трещинами. Люди такие, нет, Лёня, не позорься ни слова про музыку. Люди знают о моих предпочтениях. Так, ну-ка. Но мне это интересно. Ну, это довольно сложно объяснить. Например, есть группы а-ля, не знаю, взрыв кабачка в коляске с поносом. Это не шутка, кстати, такая группа реально есть. Ариса просто такой герой, не мобильный. То есть, например, если противник возьмет Рейнхарда, он может войти в Арису и просто ее, ну, убить сразу. Звучало довольно грустно, честно говоря. Я думаю, я все же как-нибудь к вам загляну. Вот. Советую. Только за... Мы там поучим, как взрывать заложников и вот это все. Опа. Звучит как Дока 2. Мы не самые миры. Ну что можно сказать, наш длинный ивент закончился. Спасибо и до скорых встреч.